На творческие встречи Гоша смотрит скептически. Говорят, что артисту читать чужие стихи вроде как не очень удобно. Поэтому читает свои и совсем неожиданно исполняет собственные песни. Петь, как оказалось, его самое любимое занятие. Я понимаю, почему все эти певцы эстрадные этим занимаются. Это вообще такой самый кайф, такой безответственный вообще. В театре там куча слов, ты там носишься и целую профессию получаешь. А тут тебе Бог дал голос, все, вышел, выучил две строчки и кричи буквы А и О, все, ну и иногда. И все, у, как круто. Тема для творчества у Гоши в основном любовь. Актеры не скрывают, что влюбчив, но бережет семейное счастье. Дома его всегда ждут жена и маленькая дочка. Но красота для Куценко – это стимул движения вперед. Приезжаешь в Калининград, сразу же расцветаешь, потому что у вас очень красивые девушки. С Калининградом артиста связывают не только красивые девушки. И в армии здесь служил, и выступал неоднократно, и даже лечил больные зубы. Бывает нередко и признается, что мечтает на пенсии о домике возле моря. Это один из самых самобытных краев нашей родины. Здесь американцы намекали на то, что пора бы отобрать у нас Калининград. Скоро на экраны выйдет режиссерская работа Куценко «Врач». Посвящена она неохирургам. Они лечили его маму от страшной болезни. Именно она выбрала ему имя Юра в честь первого космонавта. А на вопрос, оправдал ли ожидания, отвечает. Ну да, я летаю в космос, честно скажу. Вот сегодня тоже ненадолго, но улетел. Я когда слова забываю, я улетаю в космос в этот момент. Рядом с Куценко тоже трудно не улететь. Доброжелательность, позитив и очарование затмевают разум. А потом приходится сожалеть, что вместо шикарного предложения галантного мужчины поцеловать руку, мы, современные женщины, выбираем селфи. И даже в этом случае Гоша выстраивает кадр. Целую руку? Подождите, лучше можно селфи? Руки. Хотел руки поцеловать. Сейчас. Миша, сделай нас красивыми. Подожди, селфи же, это же... Да нет, селфи мне не получается, это оператор сделал красиво. Валерия Чезова, Михаил Эльбаум, служба новостей, город.